В прошлый раз программа «Пять континентов» королевский цирк Гиерадзе приезжал на курорт 3 года назад. Теперь на арене обновленного сочинского цирка будут представлены совершенно новые номера. Для того, чтобы жители и гости курорта смогли вдоволь насладиться спектаклем, который повествует о жизни 5 континентов, руководителем программы Гиерадзе был собран самый большой состав животных в цирковой индустрии Евразии. Голландские, ирландские и российские жеребцы, антилопы, верблюды, олень, як, шимпанзе, медведи, попугаи, лемуры, пеликаны, львы и тигры – и это далеко не все представители фауны, которые выступят в программе. Под стать разнообразию экзотических животных зрители увидят более 2000 эксклюзивных костюмов, разнообразные спецэффекты и неповторимые декорации. В Сочи такого никогда не видела, потому что столько животных и столько людей в одном спектакле сегодня в системе «Союз госцирка», уже российского цирка и вообще не только российского цирка, нет ни у кого. На самом деле это так и есть. Одним из захватывающих номеров станет полет человека с тигром под купол цирка. В роли партнерши-дрессировщицы выступает тигрица Клёпа, появившаяся на свет в Сочи. Это не новый трюк. Его делала Ирина Бугримова. Поэтому мы решили повторить просто его. Это, ну, как бы это сложный на самом деле трюк, потому что животное должно тебе доверять. Оно должно быть для нас, так скажем, контактное. То есть ты непосредственно стоишь рядом с животным. Мы его сделали, мы его все-таки исполнили, воплотили. Этот номер принес Людмиле золотую корону Всероссийского фестиваля «Принцесса российского цирка». Кстати, серебряная и бронзовая также достались артисткам цирка Гиерадзе. Вообще в копилке у коллектива «Пять континентов» полно наград. Золотые награды Всемирного международного фестиваля циркового искусства, лучший цирковой спектакль года, шоу 21 века и много других достояний. Трехчасовые спектакли будут проходить по выходным и в четверг в 19:30 вечера с 26 июля по 31 августа. Татьяна Нагорская, Борис Осин, телекомпания ФКТ.